Так, приехали в Китай-город. Ну, Максимка. А ты что крутишь-то? А чё? Уже у тебя крутится. Ну ладно, я себя пока не хочу в кадр. Давно, в общем, ничего не выкладывал. Да, всем привет. Мы за кроссовками приехали. Да, хочет себе это говнодавы новые что, купить. Ты с нами пошла? Так, а вот погода у нас не очень. В четверг дождь был, до этого снег выпал. А тут морозяка маленько дала. Вон что получается скользко. Вон на цехте. О! Нашел! Вот эти бери. О. Нормальные же, да? Не, они холодные. А что они холодные? Нормально. Нет. Это все такие кроссовки. Мы только пришли, да, надо пройтись. Прогуляемся. Поинтереснее, чтобы не скользкие были. Есть терексы, вот терексы тоже хорошие. Подушите. Без пробега по Японии. Без пробега, да. Вот такие, смотри, ты. Тебе все равно на зиму лучше по... Да нахера мне это? Я что, блин? В шахте работал. Размер какой? Вот попробуй вот такой. Вот сюда пересаживайся, пожалуйста. Помоет маленько. Я короче, нельзя отправлю. Как это, 100 лет назад был такие кроссовки. Так а он может это... Это не оригинальные, прикинь, сколько отходили. Я знаю. Знаешь, какой пробег, блядь. На пост отвези в Усолье. Будешь ходить так же. Так что не перегнать. Не, Макс, ты зря. Вот надо было вот. Не надо будет обувь. Да, блядь, не надо. Да ну, не смеши. Макс, а вот эти померь. Сколько носит? До года 3. Вот. Это, короче, это. Как он носит? Соль, короче, и попала, и они разлезлись нахуй. А, соль, да? Ну, из-за соли порвались. В Усолье из-за соли. Блин, замерз что-то. Как через 5 минут нога тепло. У тебя, видишь, в кроссовке сквозняк. Так это правильно, проветривание. Чтоб не воняли. Природная вентиляция. Я специально делал, я хотел выбросить еще там. Босиком не дойду. Все, уже сквозняка нету, окно закрыто. Ну все, блин, теперь обмывать придется. Да, пошли точно. Искать. Писка будет или миска, да? Ну, кто чё. Не пали контору, что еще пока, прикинь. Да. Сейчас отправим. Сейчас отъедет домой. Мы найдем чем заняться. Вот, да. Ой. Смотри. Люди матерятся. Весело. Набейте морду, да и все. Больше я не видела. Вот наше рабочее место. Слышь, Макс, для это для ББ прикольно. Вот это просто мне нравится. Все удобно, да? А? Удобно? Да. Не дает ничего. Нормально. Вот рабочее место. Надо стоять тут, предлагать надо. Все, сколько денег? 2 200. Давай две, да и все, дела что хочешь. Ты сказал подешевле. А то я одел, он уже такой раз и это. Договорились, да? Все, давай. И кроссовки. Чтобы еще приходили. Конечно. Зайдем как-нибудь. Кроссовки считаю уже в подарок тебе. Хорошо. А то на пиво не останется с такими ценами. Давай. Нормальные продажи. О, дай-ка. А? Видал? Ну все, Макса на шопинг потянуло. Еще одни захотел. Разошелся. Ага. А я вон в Ральфах хожу уж 5 лет, мне пофиг. О, Натаха, там это, помахай хоть что ли, Наташа. Кому помахать? Ну-ка, давай, ты какие выбрала, что тут? Я не знаю, вот такие хоть что ли взять. По подошве смотри, чтобы не скользко было. Че? Не, ну есть так чуть не пластмасса какая-то. Ну, под куртку подходит. По цвету. Есть такая более мягкая резина. Вот там нормально, чтобы не скользило.
Говорит, Макса, что, доволен красачами? Еще пока нет, сейчас он вон несет, вон, смотри, смотри. Да тебе не поймешь, кто маломерит, то многомерит. Ты тогда играйся с носками. Или с ним снял? Нет, или... Тесный. Значит, тебе 43 надо. Видишь, 42 не подходит? Нет. 44 у меня много. 41, а не это. Сколько стоит они? Ну, в натуре, если не удобно, все, не бери. Но мне, значит, 43 по-вашему. У меня 41, но 43 нормально будет. Подрежем палец, да и все дело. Ну, ты же говорил, ногти еще не подстриг, так же нормально. Или есть стельку. 5 тысяч рублей. Есть. Чего? А! Я думал, со мной здороваешься, а ты на камеру. Что? Давай, давай. А где вот мусорка? Тебя не да? Вот. Нормально. Ну, вот мой полпокет 3. А это да? Тачка то вернёт. А, тебя еще? Блин, подожди, я с тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ладно, все, найти куда выбросить. Где Наташка? А мне кажется, туда пошла. Хотя, не знаю. Ну, найди. Ну, мотоботы с цепочкой. Так ты осенью-то не ходи, ты ходи, когда зима. Дома по хате-то нормально ходить. А, чего ты от меня хочешь? Ну-ка, давай. А, не ношеные, ты... видела? Тут ты мерил. А что в основном в натуре это, цифры не показываются? А, нет, вот 39, смотри, Наталья. Поверю, Наталь, вот 39. Нахера тебе черные, ты же белые. Не, такие. Я не белая, ты что, видел, какая погода? Там, ну, сильно уж грязь на них будет. На светлых. Так, Макс, Макс. Ну все, что, будешь вот эти третью покупку? Что говоришь? Продушки такие. Чего он у тебя замерз? Он не замерз, я на себя нажал, а он это... Завернулся? Да. Все, весной вот такие куплю. А давай белицы, ты что посмотришь? Они колодки у них неудобные. А сейчас прогуляемся. О, берцы, смотри. Они голяшки широкие. А у меня же есть берцы, вообще нулячие даже еще. Только шнурков нету. Так, в кафеху зашли. Пельменная называется. Заказали, сейчас перекусим, да поедем в город. Макс. Да, пока, короче, мы здесь с тобой стояли. Маршрутка уехал? Открылся. Ага. Ну ты ж поди нашел все равно, а, где. Нифига. Так, ладно, вот здесь мы были. Чудненько. Поели. А? Мне понравилось. Я наелся. Нормально, да? Так, давай смотрим, докуда он едет. Никуда он не едет. Ох ты, дрифтер! 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 Вон до рынка едет. А что, спроси, едет? Нет, поехали. В город добрались, центральный рынок. Тут тоже уже сугробы у нас. Макс он веселый с покупками. Говнодавы. В продулях новых. Новых говнодавых. Так, маленько прогуляемся. Что-то домой пока неохота. Бродим.
Подвигает ветер-то, да, что-то? Что-то пошло, а вот сейчас. Сегодня что-то не сильно так тепло. О, пошли. Все, к бабру пришли. О, слышно, на мотоцикле есть? А? На мотоцикле есть. Это, обманул. Заблудился, блядь. На Хонду что-то похоже. Не рычи. Здорово, байкеры! Что-то разбежались все. Наверное, кофе пошли попить. О, а я помню эту песню. Где я хохотаю, я вырезаю. Новозеландские пироги уже как-то угрожающе звучит. Ну почему? Пирожки тебе надо было, да? Китайские пирожочки. Нормально. Катание со... Ух ты, ё-мы, только хотел прокатиться. Вот облом, а. А так хотелось. Такого склона он турист. Миша, ресторан, музей. Нифига себе. Тут Миша ресторан сделал, музей еще. О, тоже елка есть. Я что-то не обратил еще внимания. А смотри, вроде темно, да? Я еще и с фильтром. А нормуль снимает. Минус 0,3. А если покручу, то темно будет. Ну, ремонт делают что-то. Хаус мафия. Я работал раньше. Хаус мафия. А что это за организация? А, это тоже что-то вон какие-то бир, пиво. Планетарий. Что-то еще за. Ну-ка иди сюда, Максимка. Да ё-моё, ты чё? Так, где мы? Где ёлка-то видно? Меня плохо видно. Бля, давай ближе подойдем. А, давай. Я-то отошел еще вы. Смоление снимал. А сейчас подойдешь поближе, елку не вижу. Концовку. Вот здесь нормально будет. Крышку. Давай возле кубика. Ты сейчас то видно? Да. Меня, да. Ой, тебя видно. А вот там увеличивается. Кубики. У меня сейчас сделано на влево-вправо. А зачем тебе увеличивать? Чтоб тёлку больше видно было. Тёлку? Пойдём. К тёлке. Какую? Давай, нормально её видно. Вставай сюда. Видно? Ну а чё? Ну ты пока мне-то подойди. Подожди, ёпта. Вон, смотри-ка. А, ты фотку хочешь? Нет, я там свою эту комментирую. Мешок. Короче, вот елка. С Новым годом, ребятки. С новым счастьем. Так, это а что за кого год-то будет? Да я его. Год парика будет. Он еще подарочник какой-то этот сертификат. Нормально. Нормально тут все. Нам. На лифт надо, на эскалатор лифт. Слышь, Макс, а в нее еще гирлянду запихать, прикольно было бы. Как она здесь? Висячая? А, о, нифига, точно висит. Да, там, походу, специально сделали, чтобы эти камешки не издеревлели. Подожди, они же это, внутри арахиса, а это шоколад. Смотри, там подарки уже. Можно спуститься. Можно сесть, либо подарок. Да. Вдруг кто заберет тебя.
соната. Понятненько. Ну давай прогуляемся. А смотри, елка-то не одна, вон еще висит. Повешенная елка. Ага. Макс роллы захотел. Я куру взял. У них строганности очень маленькие. Ой, сегодня тут что-то народу вообще немерено. Наверное, кинозал. Люди. Да вон с кинозала. Я говорю, народу много, может. Наверное, в кинозале шарится. Решил, короче, роллы поесть. Леха жмот там набрал всякую ерунду, казалось, что пожрет дома. Конечно. Мне так жалко стало, что я решил на роллы на Филадельфию, короче, напасть. Очень вкусно, Филадельфия. А, да, нас туда не пустили, короче, у меня пропуск, ой, нет, паспорта не было. Ну и говорят, старый, в общем. Да-да. Так, все, перекусили, идем на улицу. Так, ну все, мы прощаемся, дорогие телезрители. Дорогие мои подписчики, блядь. Елка, да? Дорогие мои подписчики. Короче, нам в разные стороны. Максу сюда, мне опять к торговому. Ну, может быть, вечером там, как приеду, еще засниму. Как раз в городке. Ванька, давай. Давай. Все, на созвоне. Все, я в городке. Доехал нормально. У нас там уже елка моргает. Ветер какой-то поднялся. Вообще как-то небрёвенько.